Буэнос диас, с вами снова ваш беглец с дезодорантом. Меня некоторое время попросил его позамещать мой друг, вы его знаете, это карлик в свитере. Кстати, я решил избавляться от своих испанских словечек, потому что никто ни хрена их не понимает. Мне это обидно. Claro? Ясно? Я знаю, что у меня выговор как у эстонца, но у меня папа был финном. Вот так вот. И еще один. Третий. Четвертый. Пятый. Все? Нет, не все. Сейчас я для тебя найду патроны своего эскопет... дробовика. Да, дробовика, правильно, да? Да. Тяжело все-таки отвлекать от своих любимых словечек. Я не знаю, что это, но мне это не нравится. Я правильно говорю? Видимо, да. Мне здесь сильно не нравится. Ух ты! Ай! Дрянная плевалка. Мне она не нравится. Ай! Я не привык материться, поэтому я... Надеюсь, вы понимаете. Ладно, я просто не матерюсь. Потому что я не привык материться. Ясно, да? Так, здесь мы были. Ну куда теперь идти, гений? Вот одна из тех вещей, которые я так ненавижу в хоррорах. Как и мой друг. Постоянно нужно искать пути. А мне не нравится искать пути. Я вам не инженер-путейщик. Плохо, 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 плохо. Вообще все плохо. Да еще и дом закрыт. Не, ну вы издеваетесь. Минутку. А сюда? Да, сюда. Ты сам-то не очень аппетитно выглядишь. У вас что, комплекс неполноценности, да? Я не виноват, что тебя изуродовали. Уйо! Вот это мне вообще не нравится. Ненавижу этих собачек. Идите все... Я забыл, как это говорится. Короче, идите все... Как это правильно говорится? Я забыл. Да что ж такое-то? Блин, еще эта тварь плевалка. О, да, точно. Блин. Вот это слово называется блин. Теперь все хорошо. Пристань. Ну и что дальше? И что дальше? Это как в Silent Hill, мы переплыли на другой берег? Да. Си. Извините меня за мой испанский выговор. Нет! Ну да что ж такое? Диос мио. Порой становится страшно. Ах.
Меня это пугает. Мне это не нравится. Я не люблю хорроры. Вот теперь мне точно не нравится. Я думаю, положение немного исправилось. Надо быть очень осторожным. У меня всего 2% хп. Ну где он? По-моему, я промазал. Ну да, конечно. Готов. А теперь валим отсюда. Делаем ноги, что, впрочем, для меня привычное дело. Ведь я беглец. Но я не могу Что такое? Я не могу рассказывать, почему я беглец. Это меня угнетает. Сильно угнетает. Да вы что, сговорились? Так. Ну, пока что все спокойно. А, ты типа душ принимаешь, да? Да, типа душ. Закрыто. О, это хорошо. Это совсем хорошо. Да, мне так страшно, что даже говорить не хочется. Вот тварь. Лучше сохраняться почаще. А я так не думаю. А? Иди вниз. Я правильно перевел? Видимо, да. Тихо. Если сказано иди вниз, значит спускаться как раз не надо. Ненавижу этих клопов. И как он вообще говорит, если у него верхняя часть головы отсутствует? Здесь все чисто. А, посмотрим мультики. Спокойно, беглец, спокойно. Значит, наверху, да? Наверху. Я так и думал. Давненько не встречались, Занзибар. По-моему, я что-то не то сказал. Ну-ка, что это? Снова вниз. О, зеленая дверь. Как бы не так. Тихо, беглец, спокойно. Что-то мне не по себе. Все в порядке. Я что, в психушке, что ли? Прошу прощения.
Итак, я думаю, что на этом лучше всего закончить эту серию, потому что мне уже не по себе от всех этих ужасов. Итак, мы закончим в этой уютной освещенной комнате. Следующую серию, наверное, тоже я буду вести. Это как посмотреть. Итак, с вами был Беглец с дезодорантом. До свидания. Надеюсь, я правильно сказал.